Друзья, приветствую вас на канале Ингарант. Сегодня я наконец-таки вывел свой счет в плюс с просадки, вернее не с просадки, а с убытков 35%, которые я сделал, зашортив американский индекс на пандемии, нарушение своей торговой системы, и получил убыток 7 тысяч по моему счету с балансом 22 тысячи с небольшим. В итоге мне пришлось полгода отрабатывать этот убыток. Теперь я вышел в плюс. В данный момент открыты сделки у меня по фармацевтическим компаниям Pfizer и Johnson & Johnson. Далее компания Casco, это разрабатывает сетевые маршрутизаторы. Intel, высокотехнологичная компания, это игры, компания по играм. Ну, в условиях пандемии народ играет, она делает и онлайн-игры, это компания. Microsoft, вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5. 6 по 6 компаниям этим у меня открыто в данный момент 10 позиций. По некоторым я усреднился. Например, вчера я по Pfizer открыл еще одну позицию вот в этом месте. Потому что компания совместно с какой-то германской, забыл название, выпустила вакцину от коронавируса, и эта вакцина выйдет на рынок, поэтому несколько дней наблюдается мощный рост компании. Она долго болталась тут, вот как вот это вот спад на пандемии произошел, и вот она с этого спада никак не вылезет. Казалось бы, фармацевтика должна зарабатывать компания, но как-то никак. Значит, в данный момент у меня небольшая просадочка в 1% по счету. Планируется эти позиции закрывать по мере отработки запланированной прибыли. Вот, например, по Pfizer я вот, или Pfizer, как она правильно произносится, не знаю, планирую где-то здесь, вот вверху этого ценового канала, закрываться. У меня вот Take Profit тут выставлен, вот в этих позициях. Один с прибылью 1333, второй на 733 рубля. Здесь одним лотом открылся, здесь 0,2 лота открыл я. По Intel у меня тоже усреднение было. Как бы я планирую, что компания все-таки должна уйти в этот ценовой коридор. Она в нем идет, в этом коридоре с 2009 года. Не думаю, что что-то изменится в политике компании и прибыльности. Компания высокотехнологичная, ну как бы она занимается тоже проблемами коронавируса, и фармацевтика у нее есть, и разные средства, там какие-то лекарства у нее знаменитые, забыл. Этот Джонсон не только шампунь выпускает, короче. Транспортная компания, это так болтается у меня. Я даже по ней не усреднялся, как вы видите. Вот она у меня ушла, как вот открыл позицию вот в этом месте, так она у меня стоит на одном месте. Ну, планирую как бы по минимуму ее прикрыть с небольшим плюсом. Дальше, вот это у нас игровая компания, она очень дешевенькая, у меня открыта сделка минимальным лотом, но я планирую в дальнейшем эту компанию пользоваться, потому что она, видите, стабильно идет в рост, и просто я буду открываться 0,1 лотом. По портфелю, как бы по моей стратегии, открывается, ну, где-то 10 позиций и одинаковый объем у них должен быть, чтобы они как бы диверсификация была по компаниям. Microsoft, так, AMD, это у меня на примете компании стоят. По точке входа пока что нет. Я поясняю, я вхожу вот в этих местах на падение или на отскоке от этого коридора ценового. То есть вот в этих местах вот, входы я совершаю.
Сейчас, когда она растет, смысл ходить нет. То есть какой смысл прыгать в бегущий паровоз следующий? В любой момент начнется откат. Вот этого отката я жду по этой компании. Еще я наблюдаю вот за этой компанией, выпускающей спортивную обувь. Она также стабильно вот растет. Здесь вот это вот падение на пандемии. И вот он идет стабильный рост. Я никак не могу вскочить в нее, найти точку входа. Вот, если на дневном смотреть, как бы вот здесь вот можно было войти. Но я как-то засомневался, думаю, вот она пробила этот коридор, пойдет ли она дальше, нет. В общем, будет коррекция, я зайду в эту компанию также. Это торговая компания, тоже входа я пока что в нее не вскочил, не нашел. Эта компания у меня тоже как бы на примете. На данный момент индекс, он как бы является для меня ориентиром, поводырем. Вот он, видите, у нас сейчас на максимуме, максимум новый пробил. И как бы он сигнализирует о том, что не самый удачный момент сейчас открывать позиции. То есть, если он вот пойдет какая-то коррекция, вот сюда вот ценовой коридор, тогда уже можно будет задуматься. Вот, хорошо, мне помогли выйти из моего убытка начисления дивидендов по акциям. Вот, если посмотреть историю, по ПФЕ дивиденды 59 рублей, дивиденд здесь 230, тут компания выплачивали как бы дивиденды. Вот это вот поступление последнее с форума. Я напоминаю, что депозит здесь вот этот мой 24 тысячи с лишним, это заработано на форуме. Форум Инстафорекс компании, с которым сотрудничает компания Инстафорекс, он платит деньги за посты. Мне там где-то выходит 50-70 рублей за один пост. И вот эту сумму денежки я набрал. Это вот за неделю 1500. Я так это не сильно, ну, в удовольствие пообщался, получил деньги. На эти деньги я торгую и могу выводить прибыль. Вот. Сами деньги вывести нельзя, только прибыль заработанную. Чтобы, если вам это интересно, можете также заняться этой торговлей, заработать себе депозит, на который торговать, это можно посмотреть по ссылке. Ну, в описании к этому видео я дам ссылку на видео, как зарегистрироваться на форуме, ссылку на сам форум и ссылку на мою ветку на форуме, где я выкладываю отчеты по моей торговле. На этом с вами пока что прощаюсь. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Подпишитесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.